Здравствуйте, уважаемые посетители моего канала. Сегодня будем готовить итальянское блюдо сальтимбока, что в переводе на русский означает «прыгни в рот». Блюдо готовится очень быстро, оно очень вкусное. Для него нам понадобится одно куриное филе, 4 кусочка бекона, 2 листика шалфея и вот грамм 100 сухого вина белого, соль, перец. Для начала мы делим филе на две части. Так, сбоку аккуратненько разрезаем. Я разрезала на две части вдоль куриное филе. Теперь его надо отбить. Кладем его в пакетик, чтобы брызги не были по всей кухне. И отбиваем. Вот и отбили филе, они стали тоненькие кусочки. Теперь мы его поперчим и солим. То же самое с другой стороны. Так, вот наши кусочки приправлены. Теперь берем бекон. Сверху накладываем. Даже вот так лучше будет, наверное. Немножечко друг на друга. Смотря какой ширины у вас будет бекончик. Берем листик шалфея сверху на эту конструкцию. И прикалываем все это зубочисткой. Как будто пуговицу пришиваем. Так, и так. То же самое делаем со вторым. Сейчас на сковородку нальем оливкового масла. На разогретую сковородку. Кусочки у нас тоненькие. Поэтому жарить будем быстро, по 2 минуты с каждой стороны. Сначала кладем филе вниз. Прошло 2 минуты, переворачиваем. И также 2 минуты жарим с этой стороны. Все, пожарились наши сальтимбоки, подстреливает бекон. О. Второй кусочек. Такая красивая композиция получилась. Но это еще не все. Сюда добавляем в сковородку нашу, где остались все зажарочки, добавляем вино сухое. Сейчас оно загустеет. Вот наш соус такой быстренький, готов. Польем отбивные сальтимбоки. И готово быстро. Вкусное блюдо. Приятного аппетита. Заходите на мой канал, смотрите мои видео, оставляйте свои отзывы. Всего вам доброго.